«Мода, вдохновленная красотой». Девиз этого события неизменен. В очередной раз организаторы FIB-маркета собрали на площадке отеля «Витгоф» тех, кто подходит творчески к созданию своего гардероба, и тех, кто профессионально работает в этом направлении. Мы хотим показать, что не обязательно одеваться в торговых комплексах, в масс-маркете, что можно найти свою индивидуальность, да, у дизайнера, что-то найти для себя, какой-то концепт. В Челябинске это так еще не развито. Но это неплохо, это даже хорошо, потому что это экономия времени, денег, сил. Поэтому мы также хотим познакомить город со стилистами. И это первое. И во-вторых, конечно же, дизайнерская одежда, она интереснее, она концептуальнее. Современной женщине важно уметь сочетать деловой и повседневный стиль. Однако бизнес-вумен – это не обязательно строгость и лаконичность. И здесь возможны эксперименты, и здесь возможен компромисс между деловой этикой и противоречивой женской натурой. Стереотипы в моде – это такой шаблон, и женщина деловая – это тоже шаблон. Современный деловой гардероб – это всегда детали, это всегда индивидуальность, это какие-то интересные ткани, это фактуры, это геометричность, это сложность. И самое главное – это универсальность такого гардероба для жизни, потому что он потом отлично миксуется с обычными вещами. Огромное количество примерочных и еще больше дизайнерских моделей – все это источник вдохновения и поле для новых возможностей в создании собственного стиля. Любая женщина, она очень хочет выделиться из толпы. И вот эти нестандартные вещи, которые в основном всегда в единичном экземпляре, которые позволяют вот так вот выйти на улицу, на тебя все глянутся. Все мы очень разные, порой у нас могут сочетаться даже несовместимые противоположные качества. И мне хотелось в своей коллекции как раз это показать. Поэтому у меня сочетание разных фактур. И в то же время у меня очень много воланов. Это женственная коллекция, но есть и дерзкие элементы. Знакомство с дизайнерами, консультации стилистов, показы и мастер-классы – все это и, конечно же, общение, которое склоняет к экспериментам, способствует преображению и рождению творческих идей. На показе мы хотели продемонстрировать для вас разнообразие женских образов, начиная от стильного образа до классических брюк и блуз. Задумки, которые рождаются в голове у дизайнера, венгерского дизайнера, она их воплощает на бумаге, потом сама ищет ткань и также отшивает вместе со своими швеями в Будапеште. Элегантные наряды – это наш стиль, то есть мода. У нас очень за этим дизайнеры следят, просматривают последние веяния, последние тенденции. Основным трендом, конечно, у нас в ближайшее время будут пайетки. Поэтому мы нашили пайеток очень много во всех цветах, все блестяще, все красиво, разные текстуры. Хотим создать настроение, и чтобы каждая девушка почувствовала себя индивидуальной, была яркая и неповторимая. Что касается гостей FIB-маркета, в целом им пришлись по душе идеи дизайнеров и стилистов показа с легкой музыкой и достойным антуражем. Хорошо, что придя в одно место, не тратив время там, на поездки по магазинам, ты можешь познакомиться с тем, что сейчас на рынке модно, опять же получить удовольствие от музыки послушать. Замечательно, что в канун Нового года это проходит, в канун праздников вообще рождественских, и можно выбрать интересные подарки, которые не встретятся в другом месте, и порадовать своих близких, своих подруг, друзей. Ну а если люди совершают покупки, значит, авторы коллекции и организаторы события сработали не зря. И ближе к новому сезону стоит ждать новой встречи с модой и вдохновением.